Пойдем дальше. Доброй ночи, Олег Костянович. В прошлом году сажал ваши кочки абрикосов. В этом году буду пересаживать на постоянные места. Серафим, Рыжий Королевский, Поздний Филиппов. Ничего себе у вас коллекция. Ой-ой-ой. И все живо. Земли на даче мало, есть постройки и другие деревья. Возникла идея посадить два сеянца вместе, например, Серафим и Рыжий, рядом друг с другом. Как бывает, растет вишня в два ствола, а стволы растут параллельно друг другу. Тем самым решится проблема нехватки земли. Возникает вопрос, как будут вести и расти сеянцы в данном случае. Будут ли они друг друга взаимно подавлять? Будут. Тем самым деревья в итоге будут не сильно большими. Ну, два по половинке, если это у них одно общее солнце, почва все та же, корни будут, если по отдельности, меньше, два в одном. Может, один из них будет подавлять другого, тем самым со временем погубит его. Погубит вряд ли, но все равно одному будет более комфортно. Они, у них начнется конкуренция за солнце. Или если они будут расти нормально, а так называемая проблема загущенности кроны решится самой природой, как оправдание такой посадки вижу в том, что будет улучшенное опыление друг друга. Тут я вам аплодирую. Соображаете это? Вы, что действительно будет лучшее опыление. Хотелось бы получить от вас ответ, комментарий. Может, у вас есть примеры. У меня самые близкие примеры в метре друг от друга. Не то, что не мешает друг другу, но ни один абрикос другого так и не задавил до конца. А яблони давят, вот, которые буквально в 2-3 метрах, давят только так. Вот. Мой ответ. Пусть густо, но не вместе. Почему? Пройдет время, и у них появится еще, ну, селекция, не селекция, но выживание, эволюция. Вот. Они же все равно, возьмете еще раз, это роскошные сорта. Серафим, Рыжий, кто там еще? Королевский, Поздний Филиппов. Это роскошнейшая сорта. Вот. Вероятность, ну, где вы живете? По-моему, тут нету. Вот, а нету. Тогда получается... А, нет, есть. Десногорск, Смоленская область. Да, у вас их загубить трудно. Вот. Но все равно, когда они будут густо, но, допустим, совсем худо. Надо бы метров 5-6, а вы посадите метров 2-3. До поры до времени не конкурируют, прекрасно развиваются, да, не мешают друг другу, допустим, лет 5-7. Наконец кроны сомкнутся, не беда. Вот тут будет лучшее опыление со временем. Все равно где-то на 5-6 год первые плоды дойдут. Так, вот это мой совет, густо, но не вместе. Вот. А и попробовать провести эксперимент, потом сказать, что я там не прав, а я всего лишь просто, страхуюсь, говоря, что пусть густо, но не вместе. Попробуйте, по два, жалко только вот эту роскошь. Это такие сорта, ой-ой-ой, Королевский, Поздний Филиппов, Рыжий. Вот. Ну а дальше на ваше усмотрение.